Приветствую вас из красивейшего места Суздаль, куда мы, молодые питомцы, приезжали в нашу летнюю творческую школу в Суздале, где теперь у нас проходит фестиваль Альма-Матер. В этом году школа по объективным причинам перенеслась на осенние и зимние каникулы, но наш фестиваль будет, потому что мы не могли пропустить. Это наш любимый фестиваль, наше любимое детище здесь, где мы выросли, где мы варились в этой потрясающей атмосфере, в этой среде, красивейшие абсолютно картины древних соборов и потрясающих людей. Сегодня здесь будет потрясающая команда, как всегда, на сцене с Владимирским оркестром и Артемом Маркиным, с которым мы дружим много-много лет. И я могу сказать, что многие дебюты мои, первый раз премьеры, я играл именно с этим оркестром, который очень тонкий, чуткий и буквально с одной репетиции может сыграть сложнейшее произведение. Я играл здесь премьеры и Шимановского симфонии-концертанта, и Шнитский концерт, и Капричо Стравинского, и даже Прометей Скрябина. Конечно, четвертый Рахманинов никогда не забуду. Сегодня тоже премьера. Это моя первая проба пера со вторым концертом Шопена, к которому я прикоснулся во время этого карантина. Я много раз вам об этом говорил, сегодня будет такой дебют, премьера в особенном для меня месте. Так что смотрите, вот этот амфитеатр, который у нас здесь получился, такая сцена, все готово, команда потрясающих молодых музыкантов и мэтров тоже, выходцы из новых имен, искорки, Альма-Матер, вперед, ура!